ходе пленарного заседания участников конференции поприветствовала директор института Елена Мирзон, отметив, что за все время учебное заведение окончили более 60 тысяч человек, и сегодня многие выпускники успешно работают в сфере образования, науки и других отраслях, прославляя имя института и вспоминая добрым словом своих наставников. Стены наши родные, всегда хочется сюда возвращаться. Кто-то из нас оказался счастливее, мы здесь каждый день работаем и переживаем каждый день здесь с нашими замечательными студентами в родном коллективе. Но вот в прошлом году, когда мы отмечали 135-летие со дня основания нашего учебного заведения, мы просто обсудили статистику, ведь более 60 тысяч человек стали счастливыми обладателями диплома Елабужского вуза, повторюсь, в разные годы. Тема конференции звучала как выпускники Елабужского института в современном образовательном пространстве. Целью данного форума стало обсуждение актуальных проблем педагогики, а также обмен опытом между практикующими учителями. После окончания пленарного заседания для участников конференции организованы педагогические мастерские, соответствующие разным направлениям. Математика, экономика, этнокультурное образование, обучение иностранным языкам, дошкольное образование и так далее. А студентов, будущих учителей и молодых ученых ожидала встреча с выпускниками Елабужского института разных лет, которые готовы были поделиться историей своего успеха в профессии и дать советы молодым людям, как эффективно распорядиться временем, отведенным учебе в университете. С первого курса я была активистом, выступала на различных мероприятиях, на концертах, студенческая весна и так далее. А вот второй курс уже я стала работать параллельно на радио, вела радиопрограммы. И вот это яркое воспоминание, этот толчок в мое будущее дал именно наш тогда университет. Главный, наверное, совет – не терять времени. Почему? Потому что жизнь действительно скоротечна. И самое главное, наверное, быть открытым к знаниям и стремиться эти знания, собственно, усваивать. Вот. И самое главное – ценить друг друга, ценить преподавателей. Почему? Потому что в известном плане высшее образование позволяет сформировать определенные сети доверия и включиться, и попробовать на вкус многие формы человеческого бытия. И научную, и, собственно, педагогическую, ну и, в принципе, много другого собственно, опыта, который мы сегодня называем софт-скиллами. Напомним, что конференция выпускников в Елабужском институте была впервые организована в прошлом году и приурочена к 125-летию учебного заведения. Большой интерес к мероприятию со стороны выпускников и активная творческая работа в рамках тематических секций позволяют надеяться на то, что в будущем конференция станет традиционной и привлечет еще больше участников из разных регионов страны. Карина Саяхова, Елабужский центр медиакоммуникации, Универ Новости.